Международный молодежный турнир по борьбе дзюдо проходил во дворце спорта города Калинина. В поединках встретились спортсмены Советского Союза, Болгарии, Венгрии, Монголии, Нидерландов, Польши и Франции. Этот вид борьбы, родившийся на японских островах, сейчас завоевал популярность во многих странах. Юноши он привлекает тем, что дает возможность показать свою ловкость, силу, смекалку. Он воспитывает волю и упорство. Гибкий путь к победе. Так дзюдо переводится с японского. На этих соревнованиях не было слабых, но не было и равных советским спортсменам. Они победили во всех 8 весовых категориях. В двух из них, свыше 95 килограммов и абсолютной, победу одержал студент с Украины Геннадий Еременко. Все участники турнира отмечали хорошую организацию соревнований в Калинине.